Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 20-й день, и забираем 750 тусклого янтаря. Мелочь, но приятно, согласись. Так, ладно, с этим мы закончили. Так, образ мне нафиг не нужен, если честно. Ага, Беззубик получает новый уровень. Теперь я могу найти принцессу огнеедов. Она у меня чуть ли не с самого начала игры. Это принцесса. Так, мы с тобой прокачали Громели. Теперь водорез. И я, наверное, думаю, что нам нужно их дальше отправлять, наверное, прокачиваться. Хотя, подожди секунду. Так, Беззубика отправлять мы никуда не будем, потому что у него 60 уровень. Здесь тоже и здесь тоже. Значит, остается браться за Древоруба. Так, пошел тренироваться. Так, подожди, а кто же у меня там еще? Ветрокрыл. В плане 30 уровень. А, секунду. Это у нас в ангаре, да, ребята? Это у нас в ангаре. Например, Громобой. Да, мы его отправим тренироваться. Пускай летит. Слушай, подожди, а кто же еще у нас с тобой? Довольно неплохо был прокачан. И я еще говорил, что нам чуть-чуть всего лишь осталось. И вот самое обидное, что не могу вспомнить, кто. Тут 39 уровень. Здесь 36. Ладно, отправляем учиться Штормореза. Ну и давай, наверное, найдем с тобой любовное письмо. Вот оно первое. А где еще? В плане, подожди. А, вот же оно лежит, ё-моё, даже не заметил. Так, ну что, два письма. Событий у нас сегодня, к сожалению, нету, поэтому будет арена. Окей, давай посмотрим, что у нас выпадет из пака. Ну, понятное дело, что монеты Одина. А дальше загадочный набор. Костолом, громобой, крылатый ужас. И пошли ресурсы. Шестеренка даже выпала. Окей. Ну что, ребят, предлагаю посмотреть, наверное, еще бесплатный пак. Ну, за рекламу я имею в виду. Так, смерть зеленую отправляем с тобой на поиски. И смотрим. Монетки Одина. Это у нас получается уже 265 монет. А в паке рыба. Блин, драконы никакого не дадут. Давненько уже не давали, если честно. Так, давай пополним с тобой, наверное, наши ресурсы. Именно по рыбе, именно по дровам. Так, что у нас тут? Выполнены задания. Забираю. Так, на наездниках что-то есть, я смотрю, да? Или, как всегда, обманывает? Ну-ка, посмотрим. Угу. Еженедельно. Это, походу, просто ребята обновились у нас задания, поэтому и показывает. Так, академка у меня полностью, да, забита сейчас в данный момент. 3 из 3. То есть они пошли тренироваться. Так, Фурия, порадуй меня. Ну, конечно. Блин, ребята, вот яйцо. Но, слушай, купить за 900... Нет, не буду. Заберем с тобой руны. Окей. Так, я сразу, наверное, отправлю ее на следующий, ребята. На следующий поиск. Тем более, это у нас, знаешь, кто был? Ага, это вот это вот. Как оно? Крылатый ужас. А мне нужен вот кто. Туманная напасть. Пускай летит. Сразу мы с тобой отправим этих же драконов, да? Всякие ночные жути, бесплатно, естественно. Так, Кривоклык, ты у нас там что? Нифига себе, 2 яйца, ребят. А третий будет янтарь. Третий будет янтарь. И поверь мне, выпадет нам янтарь. Как пить дать. Что у нашего барсика? Давай посмотрим. Что выпадет? А, яйцо. Я думал, шестеренки, ребят. Цепарака какая-то. Бесплатно. И последнее, это у нас сарделька. Что здесь? Тут тусклый янтарь. Окей. Пускай летит на выход бесплатно. Так, все, здесь мы вроде бы сделали. Ну что, посмотрим, какой у нас тут с тобой пак созрел. Мы его откроем и посмотрим, что он нам из него выпадет. Шепот смерти. Ужасное чудовище. И все?
Всего две карточки. Ребят, что-то мало как-то. Так, Беззубик, куда бы тебе отправить? Я могу его покормить. 61 уровень. А сколько ты просишь? 6 лямов, ребят, 6 лямов. Ну, благо рыбы у меня хватает, поэтому я могу позволить его кормить. 62 уровень, ребята. И теперь открыто новое путешествие. А дальше не могу. Прикинь, 28 миллионов нужно, чтобы ему поднять уровень. Офигеть. Ну-ка, что у нас тут? Получаем с тобой цветочки Фреи. И в наездниках мы получаем 4,5 миллиона рыбы. Так, на обменке давай глянем, что у нас. Так, отказаться от этого. Вот. Нам нужны с тобой четки. 80 тысяч древесины. Это то, что нужно. И вот это я тоже, наверное, возьму. Прекрасно. Ну что, ребята, вроде бы все задания я пока сделал. И мы с тобой, наверное, отправляемся на арену. Конечно же. Сегодня у нас будет с тобой арена. Два пака вождя, как обычно. И давай смотреть, что у нас тут. Так, я вижу, соляночка будет, да? Окей. Солянку я обожаю. В прямом переносном смысле. Что супчик, что здесь. Так, кревет. Тут у нас будет кревет, ребята. Ну давай, начнем с него, как обычно, да? Косолом, блин, они мне сейчас барсика, ребята, наверное, ушатают. Нет. Ну, понятное дело, кревет начал атаковать ветрокрыло, потому что он красный, и у него атака по зеленым. Это как бы усиленная стихийная атака. Тихо, тихо, родной. Успокойся. Смотри, сейчас будет ходить косолом, а он будет 100% делать разбег, поэтому я делаю слепоту и проверяем, прав я или нет. Видишь? Я прав был. Я был, друзья мои, прав. И он очень мне помог. Так. На тебе. Кусаем. И костолом, по идее, должен добить вепря. Нормуль. Ну, а теперь остается дело за малым. Дело за малым заключается в том, что мы сейчас вешаем на него слепоту через кривоклык. И все, теперь этот парень наш. Даже этот разбег, то, что он там будет делать, это нам, знаешь, уже как-то по барабану. Мы его начинаем с тобой потихонечку бомбашить, кромсать. Можно было бы даже спокойно хильнуться, но незачем. И прибережем с тобой второй скилл на слепоту. Мало ли там что пойдет не по плану. Хотя, вот сейчас мы его и... Хотя, подожди секунду. Ну-ка, да. Я же забыл, что мы с тобой не промахиваемся теперь. И все у нас хорошо. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Смотри. 12-й, 14-й, 2 фиола плюс кривоклык 14 уровня. Ну что, я, наверное, начну с душителя. Хотя здесь все враги очень опасны. И душитель, и прихвостень. Так, давай посмотрим, к чему это все приведет. Мне кажется, это приведет все к фейлу. Но я сдаваться не намерен. Так, душитель, значит, сейчас ходит, потом, блин. Жаль, ребята, мы потеряли ветрокрыло. Ай-яй-яй, посмотри, что творит. Кого будем слепить? Фиол, фиол по красным, блин, я даже не знаю, как тут лучше сделать. Я боюсь, если честно, огненной атаки прихвостня. Очень боюсь. Поэтому давай посмотрим, как тут будет все происходить. Отлично. Прям мне на руку, ребят. Мы еще и защиту ему понизили. Так, сейчас он, скорее всего, что-то вжарит. Добей, пожалуйста. Вот, красота ты ненаглядная. Молодец, спасибо тебе. Удружил. Ну что, теперь этот парень, как говорится, под слепотой. И мы будем его спокойненько разбирать. Все, деваться ему некуда. Так что все будет красиво. Красиво, как всегда. Успокойся. Добиваем. Ну что, еще одна очередная победа у нас.
Но смотри, здесь уже получается 2 14 уровня. Тем более здесь душитель. И тройной удар 13 уровня. Тоже фиол. Блин, с кого начать-то лучше? Тройной удар. Тоже еще тот дракончик сделает таких пакостей. Особенно если он накопит на супер удар. Одушитель очень туго разбирается. Так, тихо-тихо-тихо. Блин, защиту понизил, а? Так, сейчас сходит душитель. Потом сходим мы. Я хочу, чтобы ветрокрыл у меня выступил именно с ультой. Понимаешь? Но это, наверное, нереально сделать. Все, сейчас... Оу. Тихо, ребята, все, может быть, даже получится. Может быть. Так, ну-ка. Я его не должен, в принципе, разбудить. Ну, как бы я его разбужу, но я его должен успеть. Фигушки, сейчас что-то будет. Убьет ветрокрыло, да? Угу. Уничтожил все-таки, а? Так, этот, естественно, сейчас проснется. Слушай, я думал, что он будет делать суперудар, но он не сделал. А поэтому он проиграл. Естественно, мы на него сразу слепоту вешаем и... Ну, что-то задергалось-то. Тут бесполезно уже драться со мной, ты понимаешь, нет, парень? Все. Прекрасно. Прекрасно, друзья мои. Ну что, идем на следующий бой? Смотри, 15 уровень, да? 14-й. Короче, два синих. Синие по красным бомбят очень хорошо. Значит, мой кривоклык в большой-большой опасности. Так, ну что, с Хофера будем начинать, да? Как всегда. Если есть в команде Хофер, то бомби его. Воу-воу-воу-воу-воу. Барсик, это не трогайте, пожалуйста, мне. Барсик мне еще здесь нужен. Так, атаку понизили, а? На кривоклык. Это что сейчас будет делать? Почему у них так быстро энергия копится? Ё-моё, я не понимаю. Ты посмотри, они ходят друг за другом. Я сходил всего лишь пару раз. Ну, ну хотя бы так. Минус один. Что ты с ним? Жесть. Вы серьезно, что ли, сейчас, блин? Не, ребят, тут проиграл. Как это такое получилось? Почему они так ходят часто? Вот объясни мне, пожалуйста, на милость. А? Он ходит один за другим. Просто не дают. И уже проснулись. Уже проснулись, ребят. На. Я их усыпил, и на следующий ход они просто просыпаются. Все. Зашибись. Так, зеленый. Зеленый выдержит у меня. По идее, должен, ребята. Так, тот отхиляется. Сейчас мы будем с тобой опять пытаться что сделать? Ну, в сон вгонять. Что еще тут можно сделать? Зашибись, в сон. Этот мне понизил атаку. Ладно, в любом случае, мне надо было подбить всего лишь одного дракона для того, чтобы получить пак вождя. Понимаешь, да, к чему я? То есть я уже убил одного дракона, пак вождя уже у нас будет в кармане. Но все равно хотелось бы как бы получше, чтобы здесь все было. Не понимаю. Ну, уровень, извини меня, уже 15 уровень идет. Давайте сразу 16, а почему бы и нет? Вот он. Давай открывать, смотреть, что тут достанется. Шторморез. Шипорез, громорок, отпрыск и вострозуб. Роза ветров. Слушай, я до сих пор не могу понять, а роза ветров почему у меня... Почему этого дракона у меня нету? Давай-ка глянем. Роза ветров, где ты у нас тут? Вот она. Чтобы получить дракона, нужно... 9000 рун потратить? И он больше нигде не берется? Офигеть, ребят. То есть его только купить, что ли, можно и все? Да ну, быть такого не может. Хлысторез. Может выпасть из пака с героическими драконами. Да, я понял. Ну что, друзья мои, идем тогда на следующий бой. Так, опять солянка. Но мне не нравится то, что здесь уже очень серьезный уровень, ребята, начинается. Уже 14-й, это как должное, понимаешь? Если раньше это редко как бы попадалось, то сейчас это сплошь и рядом. Может быть, это зависит от того, что мы с тобой очень быстро поднимаемся по рангу.
Такой тоже может быть. Так, привет, ты будешь? Я не могу даже их продамажить. Я не промахиваюсь, ребят, не промахиваюсь. Но продамажить я не могу. А это еще и баф вешает, прикинь. Баф на усиление. Он и так... Ух, щет, ты посмотри. Ты посмотри, ветра... Так, кто там будет ходить следующий? Громорог, да? Громорог мне не страшен, а кто там потом? Угу, давай вот так вот сделаем. Громорог сейчас уничтожит мне ветрокрыло или нет? Уничтожил. Причем так легко. Просто на изи. Я манала не дамажит, ребята. Это что-то с чем-то. Просто трындец. Ну давай, что уж тут поделаешь. Сейчас что-то будет, да? Какая-нибудь супер ульта или еще что-нибудь в этом роде. Все, парень, ты наш. Я уже думал, он сейчас всю энергию потратит. Какой-нибудь супер там фаербол запульнет или еще что-нибудь. Но он ничего не стал делать, поэтому здесь он попал. Попал по нашу немилость. Мы его будем сейчас разбирать. Последний удар. Не, батенька, поздно. Поздно там что-то думать, соображать, все. Выкрутились, да, все-таки из этого положения нелепого. Ну, давай посмотрим, что тут нас поджидает. Так, злобный змеевик, опять душитель. Но здесь хотя бы один 15 уровень, поэтому с душителем. Блин, почему-то он тяжело стал разбираться. Раньше мы как-то быстрее. Против фиола кто хорошо рулит? Зелень. Что-то я как-то не заметил, чтобы мой ветрокрыл его хорошо разбирал. А вот они нас разбирают только шорох. Так, по-моему, мы барсика потеряли, да? Ну, почти. Почти, друзья. Ой, наверное, вот так вот я травану. Сейчас. Ну, сейчас барсика добьют. Барсика добили. И опять они по два раза ходят, а? В плане, почему у меня не накоп... Я вообще не знаю, как это можно вообще все объяснить. И этот еще выжил, а? Пипец, короче, ребят. Полный пипец. Ну, давай помогай, блин. Че смотришь? А это сейчас супер удар, да, какой-нибудь звезданет? Нет? Так. У меня только один вариант, ребят, вот так вот делать. Потому что один дракон остался всего лишь. Добей мне этого змеевика. Он будет ходить, да? Все, короче, мне крышка, ребят. А, вот так ты сделал. А, ну ладно. Нет, все, друзья. Я хотел как лучше. Видишь, мне почему-то не дают энергию. Я не знаю почему, с чем это связано. Да какого лешего ты два раза-то ходишь? Ёпрасы ты, блин. Вот, друзья мои, вот вы видели? Он сходил два раза. На каком, блин, основании он сходил два раза, а? В общем, игра уже против меня идет, понимаешь? Против меня. Она делает все, что угодно, лишь бы меня наказать. Там уже правда и неправда. С какого перепуга он ходил два раза? Я не оглушен был, я ничего. И он ходит два раза. Бесит аж. На каком основании? Так. Ну. Сейчас мы будем их усыплять. Всех. Давай я, наверное, вот сюда вот бомбану. И на покой их отправлять. Начну, наверное, разбирать все-таки с этого. Ну, типа штормореза, да? Так его назовем. Так, у него, кстати, есть...
Это было плохо, ребята. Это было плохо, это было больно. Ну давай, давай, начинай. Этот пока спит, он проснулся, ребят. Хорошо, что он был на отдыхе. Спал. Теперь давай. Трындец, у нас с тобой такая атака ничтожная сейчас была. А ведь он сейчас будет применять что? Тоже сон. Он будет применять сон, ребята. И потом, смотри, у меня ветрокрыл 10 уровня, да? А он 14-го. Сейчас он вырубит мне барсика. Это я тебе точно говорю. И будет сейчас бомбить меня, восстанавливать себе здоровье, а я ничего сделать не смогу. Понимаешь? Вот смотри. Предположим, я сейчас делаю сон. Соответственно, сейчас я наношу по нему удар. Просто хочу посмотреть, кто кого передамажит. Ты понял, что он сделал себе? В принципе, хитро поступил. А почему я так не сделал, а? Я делаю немножко по-другому, да? Я делаю вот так вот. Он просыпается, сейчас он меня усыпляет и, скорее всего, разбирает. Ох, сколько урона нанес. Он 14 уровня, ребят, поэтому... И заметь, меня опять с энергией, ребят. А, на ничью я все-таки вышел. Ну и слава богу. Чтоб ему победа тоже не досталась. Ну а здесь у нас два фиолетовых. И в этих рядах у нас крылатые мразота и плюс тройной удар. Я начну с тройного. Потому что у него, во-первых, уровень выше 14, да? Ну и суператака у него посерьезнее будет. Тут еще костолом выпендривается что-то. Оу, промахнулся. Это круто. Давай бомбить. Так, сейчас этот сходит. Потом сходим мы. Слушай, а мы можем, знаешь, что сделать? Нет, не будем, наверное, тратить. Вот так вот. Отлично. Кого ты там собираешься? Ну, естественно, сразу начинает бомбить, кто послабее. Давай-ка их баньки отправим. И уже будем с тобой разбирать именно крылатое чудовище. Так. Он сразу просыпается. Понимаешь, как только его тронули, он сразу проснулся. И сразу же стал ходить. Несмотря на то, что он где-то там в очереди чуть ли не на последнем месте был. На тебе. Так. Зачем я так буду делать? Я просто бомбану, да и все. Костолом очнулся. Мы его, естественно, сейчас в слепоту. И все. Дальше старая школа. Конфуция. Да ладно, костолом, не надо делать вот этих вот лишних телодвижений. Это тебе не поможет. Да? Я ведь прав? Что ты там опять делаешь? Давай, наверное, вот так вот повесим слепоту. Блин, ветрокрыл самый слабый сейчас в данный момент у меня из отряда. 10 уровня. Или как они здесь говорят, разряда. Его нужно повышать. Только вот как? Карточек-то нет на него. И не выпадает причем. Ну-ка, добить-то мы успеем? Успеем. Все, друзья мои. Сколько там нам еще? По-моему, две победы нужно сделать. А нет, нет. Ребята, вот уже и пак. Почему-то я думал, что еще две победы. Как быстро пролетели бои. О, кривоклык. Прекрасно. И что же у нас с тобой остается? Ну, во-первых, забрать за победы над драконами. Так, использовать ускорение, отправить беззубика в путешествие и принять две атаки на олух. Так, у меня есть... Хватает, поэтому янтарь сразу же отправляем. И этих ребят нужно за древесиной. Так, беззубик, куда бы тебя отправить-то, а? Скажи-ка мне на милость. Ух ты, искра чувств. Ограниченное путешествие. Давай с тобой попробуем сюда отправить. А вдруг повезет? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Но, как говорится, надежда меня не покидает.
как говорится, хорошей награде. Так, эти у нас все молчат, все сидят. Заберем с тобой последнюю награду. Ну и, в принципе, можно закругляться, ребята. Блин, хотелось бы, конечно, новое событие какое-нибудь. Но пока это все недоступно. И сколько у нас, кстати, с тобой цветочков Фрей? Давай посмотрим. На данный момент у нас с тобой 4150. Можем штормовестницу взять уже буквально вот на днях. Королева огнеедов у нас есть, поэтому не стоит брать. Хм. Пара барса и вепря можем взять за 2700. Что скажешь? Токсин и весный чес. Да. Ладно, наверное, еще покупим. Там у нас сколько? Еще почти больше месяца, да? Времени есть. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.